Ручку выдвину на линию. Сейчас будем снимать розыгрыш. Предложение руки и сердца, влюбленный Ромео будет оригинально делать предложение своей любимой. Мы попробуем их разыграть. Значит, легенда такая. Употребляют запрещенные вещества, вечный шум, гам. Неоднократно поступали жалобы соседей. Будем вызывать наряд в крайнем случае. Посмотрим, что из этого выйдет. Поехали. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, иначе приедем к вам. Волнуешься? Не, нормально. Чуть-чуть есть. У тебя как? Нормально. Начинай тарабанить. Здравия желаю. Здравствуйте. Я участковый Нургалиев. Сейчас вот тебя поступил жалобу, потому что запрещенные вещества в квартире находятся. Так что нарушаете общественный порядок. Неоднократно были жалобы. Не знаю, ничего не было. Вот. Есть какие-то запрещенные вещества в квартире? Нет. Вот. Ничего. Мы тут быстренько осмотримся. Хочу тут у вас... Туда-сюда. Поступают жалобы, в общем, якобы вы ведете к крайнему оригинальному образу жизни. Нарушаете много статей Российской Федерации, Уголовный кодекс в том числе. О, смотрю, вот здесь совершеннолетний присутствует. Ты ПДН вызвал? Да. Прекрасно. Приветики. Вот. Беглый осмотр проведем у вас. Собственно, может, что-нибудь интересное найдем. Или разрешение. Не найдем. Разрешение есть? Да, какое разрешение? Нет, мы проводим осмотр. То есть, не обыск, не выемку. Просто, как бы, плановый обход, поквартирный обход. Вы собственник или да. Снимаете? Я собственник. Товарищ сержант, прошу обратить внимание, то, что у вас здесь, ну, собственно, что-то лежит, вот, непонятное. Я считаю, как бы это похоже на так называемую закладку. Вот. Так что, чё? Не мое. Не мое. Так. Не, а? Не ваше, значит? Не. Ну, как обычно, остается, это не мое, нам подкинули, да? Вот, собственно. Так, зиплок у вас, надеюсь, с собой, товарищ мой сержант? С собой, да. Прекрасно. Упаковывайте, пожалуйста, данное вещество, а вы в отдел. Как собственник, как ответственный этой квартиры. Документы, вещи. Я просто не смог предложить. Что еще раз? Не успел предложить. А, кто не успел предложить? Я. Вы не успели предложить? Да. Так предлагайте. Ну, предлагайте. Знаете, через 10 лет только сможете предложить. Сейчас предложу. Прошу отметить, что проводится видеофиксация. Все, сейчас вы раскроете вещество. Что в пакетике знаете? Нет. Не мое. Как не ваш? Да зачем его открывать, если не ваш? Может быть, наряд возьмем все-таки? Может, давай, вызывай наряд. Сейчас все, все дружно наряд, поедем в отдел. В отдел. Да, конечно. Если комната привет. Поздравляем. Поздравляем вас. Поздравляем. Хотели для вас еще песенку одну исполнить. Уверен, вы долго к этому шли. Прошли все огонь, воду, медные трубы. Ваш брак, он обоснован. Сейчас у нас будет небольшой музыкальный Небольшой президент. Перформанс, да, небольшое поздравление. Давайте споем песню. Больше нечего ловить, все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Ярко желтые очки, два сердечка на руке, развеселые зрачки, твое имя на руке. Районы, кварталы, жилые массивы. Я предложу, предложу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я предложу, предложу красиво. У тебя все будет класс, будут выше облака. Я хочу, как в первый раз, и поэтому пока. Ярко-желтые очки, два сердечка на руке, развеселые зрачки. Я шагаю на реке, районы, порталы, жилые
предложу, предложу красиво районы, кварталы, жилые массивы. Я предложу, предложу красиво. Я предложу, предложу красиво. Ура! Совет вам до любой. Совет до любой, ребят. Будьте счастливы.